Здравствуйте, Валерий. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик, на моем тестовом объективе. Я советую вам также, после того, как вы сделаете нишу, надеюсь, что все-таки одуванчик поместится, наклеить его в эту нишу с помощью двухстороннего скотча. Небольшой отрезок двухстороннего скотча в комплекте с одуванчиком. Сейчас я проверю одуванчик в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 8 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Ловушка фокуса включена. Сейчас я упакую одуванчик и отнесу его на новую почту. Калибр и суперклей гель и зубочисточка для его нанесения. Ни в коем случае не наливайте клей прямо из тюбика, а по совсем чуть-чуть наносите с помощью зубочистки на полностью обезжиренную поверхность. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.